Сказка, смотри, какой я построил замок из коробок. Ты чё, кошка в коробке лежать? Эй, почему сразу кошка? Я просто потом прикольно буду. Собаки, мы вам новые игрушки принесли. Идите разбирайте. Ура! Джуни, твоя игрушка в другом пакете. Это я для маминой кошки взяла. А можно я ее себе оставлю? А когда мяукать ты начнешь? Что такого? Классная игрушка. Конечно, Джоник, оставь ее себе. Блин, я сегодня в этих кроссовках хотел поехать. Почему они мокрые? Да это Джоник написал тебе в кроссовок. Он же у нас кошка. Джоник, это правда? Эй, нет, конечно. Я не кошка. Я мопс. Сколько вам повторять? Реально, хватит. Я помыла твои кроссовки. Пошли уже, мы опаздываем. Да сколько можно надо мной издеваться? Неужели собакам не могут нравиться кошачьи игрушки? О, идея. Так, где тут мамин пакет? Оскар, го кушать, я создал. Ого, спасибо. Сегодня как никогда вкусный корм. Это что, новый вкус? Ну да, что-то типа того. Обожаю я это. К маме поехали, а пакет для нее забыли. Еще бы, мы же торопились. А где корм? Оскар, это ты что ли съел кошачий корм? Мам, это Джонни у нас любится кошачий. Ты у него спроси. А тогда что это? Пустая пачка около твоей миски лежала. Этот вкусный запах. Кажется, и правда, это я съел. Оскар, ну вот такого мы от тебя точно не ожидали. Вот Джонни хотя бы в отличие от тебя кошачий корм не ест. Но он был такой вкусный. Вы точно уверены, что это кошачий? Да, Оскар, ты же сам в этом признался. Вот, блин, прости меня, Джонни. Кажется, я тоже кошка.